Всем привет! С вами Fashion Vector Design и я Щековская Екатерина. Сегодня мы поговорим с вами о том, как нарисовать кружево, а именно сделать заливку из кружева для того, чтобы это можно было применять на изделия. Мне задали данный вопрос, показали фотографию, над которой работают, ну и, соответственно, попросили объяснить, как можно данный раппорт создать и что для этого нужно сделать. Первое, что вам нужно будет осуществить, внимательно посмотреть на исходник, в данном случае это фотография, и постараться выделить раппорт. Что такое раппорт? Это будет какой-то фрагмент, который у нас будет с вами постоянно повторяться. И от этого фрагмента будет повтор. Давайте я покажу, как обычно это делаю я. Например. Вот эта точка, видите, здесь у нас кружочек, и вниз пошла такая цепочка, соответственно, по верхней части. Сейчас я буду прямоугольничком просто рисовать, чтобы сразу он выделялся и было понятно, да? Соответственно, внизу вот он у нас будет, вот он, не будем до него доходить, соответственно, он должен повториться. И здесь нам надо с вами вычленить место повтора. Так, одна, вторая цепочка. Теперь смотрим внизу. Нет, не стыкуется. Я вот смотрю, чтобы у меня вот эти части состыковались. Вот. Такой будет. Это немножко с опытом приходит, когда вы сможете четко определять вот данный раппорт. Но, в принципе, вот просто глазами любой рисунок. Иногда раппорты бывают не вот так вот прямоугольниками, да, а там звездой, ну, не звездой, а каким-то там наклонным, параллелограммом, ну, вот еще чем-то. Надо, конечно, стараться их все-таки в прямоугольник загонять. То есть, значит, он будет больше. Если вы видите какой-то наклонный или там треугольный раппорт, значит, общий раппорт, который встанет в прямоугольник, будет больше. Но в данном случае у нас все хорошо. Вот он прямоугольничек, который нам надо с вами сделать. Если мы будем его многократно повторять, то мы получим вот такую прелесть. Значит, смотрите, я заблокировала слой, на котором у меня фотография. Создала новый слой, на котором у меня прямоугольник. Его тоже заблокировала. И сейчас создаю новый слой, на котором я буду рисовать. А в данном кружеве есть еще, видите, там сетка, основа, на которой оно нарисовано. Ее можно сделать, а можно не делать. Я не буду делать, потому что это будет усложнение, ненужное в данном случае. Так, что мы здесь с вами видим? Кружево это, как правило, ажурная вещь, то есть есть, когда элементы просвечиваются насквозь, а есть элементы, которые залиты плотно. Соответственно, в данном случае это будут бублики. Бублик именно в том плане, что кружочек, ободочек такой. Рисуем кружочек. Теперь Ctrl-C, Ctrl-B. Чуть-чуть его сейчас уменьшу с нажатыми клавишами Shift-Alt. Вот такая прелесть у меня получилась. Теперь мне нужна обработка контуров. Смотрите, если я сейчас просто начну вот так заливать, вот таким образом, то он у меня будет заливаться целиком. Я, конечно, могу сказать, что это замечательно. Пожалуйста, ну как бы давайте эту часть белым зальем, но это будет не прозрачность, это будет именно вот заливка. Поэтому я беру два кружочка, один в другом, и через обработку контуров их разделяю. Теперь делаю разгруппировать. И центральный кружочек убираю. Что у меня получилось? У меня получается так называемый вот бублик, которыми я и буду здесь все заполнять. Видите, какой он? Можно его сделать вот таким, а можно по размеру. Я не угадала. Сейчас я сердцевинку немножко поменьше сделаю. Откатываю назад сочетанием клавиш Ctrl-Z и центральную часть, чтобы была похожа вот на этот. Немножечко уменьшу. Так, центр убираем. Вот, оно уже очень даже попадает. Можно уменьшить толщину контура. Да, вполне. И, как видите, вот здесь, то есть основа получается такая серая, а цвет контура черный. Очень
даже хорошо смотрится. Здесь тоже есть повторяющийся элемент. Вот этот наш с вами кружочек. Двигаем с нажатым шифтом и альтом. Вот он повторяется. Потом эти же три товарища у нас смещаются вот так вот равномерно и попадают выше. Вот. Так, между ними будет стыковка. Стыковочку мы можем нарисовать просто линией, а именно такой вот дугой. Сейчас мы поправим. Вот. Так, дугу мы нарисовали. Заливка нам у нее не нужна. Цвет контура черный. Так, будем раззеркаливать. Shift Alt нажали, убрали. Так, смотрим. Вроде пока все на месте. Теперь дублируем сюда. Shift Alt, Shift Alt. И в другую сторону тоже. Потом сейчас додублируем. Так, теперь вот эту всю красоту, которую мы только что нарисовали, нам нужно разнести вниз. Смотрите, я не рисую каждый элемент вот заново, а я рисую, смотрю, где он повторяется. Иногда надо рисовать, от раппорта зависит. А иногда можно воспользоваться вот такой вот штукой. Я раззеркалила их просто. От центра вот у меня получились дополнительные элементы. Так, а это тоже мне нужно скопировать. Вот так. И поставить на передний план. Теперь маленькие кружочки. Поставили. Видите, сразу он у нас встал. Так, сюда. И сюда. Хорошо. И теперь их же опускаем вниз. Теперь у нас, по сути, с вами пойдет повтор. А именно вот эти части мы можем задублировать. Смотрите. Есть там изменения по форме? Нету. Вот они задублировались. То есть уже можно смело будет сейчас копировать. Что я сделаю? Я возьму вот этот элемент. И вот так вот его попробую вниз опустить. Да, вот он, смотрите, хорошо опускается. Только нужно совместить теперь. Вот. Вот таким образом. Вот эти части лишние. И вот эти тоже. Они не совпадут на 100% по той простой причине, что все-таки у нас там изначально эта ткань. И, соответственно, есть некоторое расхождение туда-сюда. Поэтому здесь может быть такая история, что оно не будет на 100% попадать у нас. Так, что нам нужно еще раз дублировать? Вот эту часть еще раз дублировать. Разместим чуть-чуть. Вот так. И нужны нам нижние части. Правильно я смотрю? Так, и здесь вот эти части нам нужны. То есть я просто беру фрагменты и их раскидываю вверх и вниз относительно того, что мы уже нарисовали. Вот так вот. Чуть-чуть наверх. Можно еще чуть-чуть наверх. Сейчас. Если у меня что-то не получилось, я откатываю назад сочетанием клавиш Ctrl-Z. И делаю заново. Ну, то есть, как бы, пробуем, пробуем, пробуем для того, чтобы получить нужный нам результат. Теперь здесь вниз. Вот, хорошо. Вот оно у меня уже получилось. И я могу его вот так вот разместить по центру. Да, вполне все мне устраивает. Теперь берем опять наш с вами бублик, уменьшаем его в размере и будем его размещать вот здесь по краешку. Внимательно надо смотреть на то, если вот нужна прям абсолютная копия, тогда, конечно, будет чуть сложнее. Если вам допустимо некоторое разночтение, ну то есть чтобы принт был похож, но не прям вот
абсолютная копия, то так, ну, передний план. Вам будет попроще его создать. Так, теперь мы все это выделяем. Переносим наверх. Здесь, смотрите, какая особенность. Там они овальчики. Хорошо. Так, здесь тоже у нас овальчики. И мы можем взять вот этот фрагмент. Много из четырех деталек. Сделать его вертикальным. Даже из трех, смотрите, хорошо встает. И вот сюда его разместить. Раз, два, три. Здесь какая-то вот не совсем понятная вещь. Видимо, более крупные штучки и две полоски. Значит, так и сделаем. Не совсем четко. Я веду абсолютно горизонтальную полосу, потому что у меня уже раппорт формируется правильный. Там на фотографии немножечко есть наклон, но это не страшно. И сюда разместим круги. Непонятно, какие они там идут на самом деле. Ну, значит, симпровизируем так, чтобы было похоже. Вот так. Снизу будет такая же штучка. Мы ее сейчас туда сдублируем. Вот это. И еще сдублируем туда вот эту полосочку. Вот сюда. Вот так. Вот что у нас получилось. Да, оно не прям 100%, можете сделать 100% попаданием. Я сделала, на мой взгляд. Вот смотрите, какой у меня раппорт. Ага, вот отсюда кусочек выпал. Сейчас мы его компенсируем. Я его выдрала. Как раз вот хорошо убрать его с изображения, для того, чтобы посмотреть, как оно все смотрится. Вот. Давайте смотреть. Теперь вот это нам нужно с вами зарапортовать. Как это можно сделать? Выделить все и кинуть в узоры. Но сейчас будет проблема. Не хочу ее показать. Будут видны очень ярко стыки. Поэтому в версиях, которые выше CS6, есть такой паттерн генератор. Крайне удобная вещь. Можно это все дело приблизить и скорректировать. Так, еще чуть-чуть. Вот таким образом. Все у нас прекрасно состыковалось. Можно сказать, готово. Вот я получила хороший готовый раппорт. Это такие базовые способы. И теперь я могу вот этим принтом заливать объект. Смотрите, очень и очень похож на исходник. Какой бы формы у вас не было, куда бы вы там это не планировали делать, вот он у вас будет давать вам ваш принт, его можно применить, при этом он будет полупрозрачным. Смотрите, он друг на друга будет наслаиваться. То есть, если у нас под ним объект какого-то цвета, он будет на него накладываться, как настоящее кружево с пробелами. Вот таким образом создается кружево. Всегда начинаем с раппорта и отрисовываем элементы. Сложность элементов зависит от ваших конкретных требований, но, как видите, в данном случае я провела некоторые упрощения, и это не сильно повлияло на внешний вид, крайне они между собой похожи. Возможно, вот кривизна линии здесь немножко другая, можно это поправить и переделать. Обязательно пробуйте, делайте, кружево часто используется, и это очень нужная техника. Если хотите узнать подробнее про принты, у меня есть полный курс Adobe Illustrator в дизайне одежды. Я там все рассказываю, все показываю, объясняю вообще, какими я инструментами здесь что делала и как они работают. И рассказываю разные способы образования принтов, вообще, что с ними дальше делать, как их масштабировать, как их поворачивать, как потом вот это все, что такое паттерн-генератор, что такое просто создание бесшовных принтов, рапортных принтов.
Это все есть. Там все систематизировано с проверкой домашних заданий. Беру ваши файлы, все разбираю, все делаю. Это вам для ознакомления, кому не хочется идти, кому нужно вот сейчас что-то посмотреть, пробуйте. Я думаю, что у вас должно получиться. Если нет, пишите в комментариях, буду рада ответить и посмотреть, какие у вас возникают проблемы, хотя не думаю, что они будут. На этом все. До скорых встреч. С вами была Чайковская Екатерина. И не забывайте подписать на мой канал, поставить лайк и поставить значок уведомлений, чтобы вы не пропускали мои новые видео. На этом все. До скорых встреч. Пока-пока.